Всем привет, с вами Артур, и сегодня у меня в ремонте Jeep Grand Cherokee. Ремонт переда. Итак, установлю машину на стапель и начну разборку. Передок разобран, и теперь могу начинать ремонт. Как вы уже поняли, буду ремонтировать лонжероны. Сначала я вытягиваю их. Начну с левого лонжерона. Поврежденное место надо прогреть. В холодном состоянии заломы будут ломаться. И так бывает. Вырезаю окно, чтобы отравнять вмятину с внутренней стороны. Вырезанный кусок равняю на столе. Левый лонжерон сделан. Теперь ремонт правого лонжерона. Правый лонжерон тоже сделан. Теперь измеряю лонжероны и корректирую их. Музыка.
Высота лонжеронов одинаковая. Диагонали лонжеронов тоже одинаковые. Чудненько. Равняю несколько маленьких повреждений. Итак, работа с металлом закончена. Дальше я покрашу лонжероны. Ну и последний шаг – установка деталей переда. Моя работа закончена. Эта работа заняла 36 часов. Отдаю машину владельцу. А на сегодня у меня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!